Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вторая часть ваших любимых свиданий. Вторая часть любимых свиданий. И это не просто будут обычные свидания, не вот это вот все. Сегодня будут трэш-свидания. Я никуда, говорю, не иду! Че ты смотришь? Мне сейчас что надо? Сегодня каждый из нас придумывает друг другу экстремальное свидание. Экстремальное. Давай. С акцентом на то, чего боится твой партнер. Да ну пожалуйста, иди сюда, куда ты уходишь. Я знаю, чего боится она. Все, нам нужно снимать, пойдем. Да сейчас пойдем. Она знает, чего боюсь я. Клянусь, это очень страшно. Посмотри. Да, как будто постановление, а? Как будто бы уже, да. Там ровно в ту секунду. Я чисто просто влез в кадр, собственно, то, что сфоткались. Если не страшно, когда крокодил вцепился в лицо, значит, ты мертв. Пойми, малыш, страх, он у нас в крови. Это ж мать природа. И бежать от нее некуда. Можно лишь пересилить, если ты крепкого замеса. Ты нормальный? То есть ты хочешь сказать, что я должна очень сильно испугаться, да? Я не знаю. Ты, может, и будешь делать вид, что ты не испугаешься, но... Ну что? Увы, увы. Я же знаю, чего ты боишься, из-за этого мы сейчас тут. Это заслуживает вашего лайка, подписки, пожалуйста. То есть ты думаешь, что я сейчас этого все не выдержу? Почему ты не выдержишь? Ты выдержишь, но... Со слезами, с криками. В машине может будет вонять не только шинами, так что... А чё? Нормально? Она не боится. Если что, она не боится, да у меня она дрифтер по жизни. Руки. Пару минуток буквально, 10 минут, и будет уже некрасиво. Мне в целом вообще ничего не страшно, что бы оно там ни было. Ну, типа что, вот мы едем и что? Что там может быть? Собака, там, я не знаю. Какая собака, да, дракон? Я добрый дракон. Аж дага. Я единственное, чего боюсь, это кошку. Я собаку вообще не боюсь, только кошку. А при чем здесь животные? Я тебя к животным отвожу. Ну я вообще в целом говорю, мне вообще все равно, что это может быть. Просто я увижу, когда это лицо, да, вот. Начнем снимать с самого начала, чтобы посмотреть на его лицо. Дай слово пацана, что мы когда приедем на место. Брат, ты чё, на чё меня подрываешь, брат? И ты узнаешь, что там будет, ты вот вообще не сочканешь. Да я не могу слово пацана дать. Ну если ты просишь меня дать слово пацана, что я не очкану, значит там что-то может быть, чего я реально могу забояться. Так ты же только что он сказал, вот он же только что сказал, я ничего бояться не буду. Ну он говорит, дай кошку слово пацана, только... понимаешь? И... А это я не знаю, что может быть. Ну, в целом я же заднюю не включал, все, едем. Вот так вот. Хотя бы что может быть? Да что ты переживаешь, ну? Я тихо-тихо начинаю бояться. Давай, пожалуйста, уже пойдем. Я понял, мы договорили и на камеру сказали. Все, нам нужно снимать, пойдем. Да сейчас пойдем. Подожди, я, может, еще не все сказала. Я не то чтобы боюсь прям. Не, я ничего не боюсь. Да я не прям руку, боюсь. Покажи руку. На. Я тебе говорю, я не то чтобы прям боюсь. Ну подожди, я же, может, еще не все сказала. Она уже так будет, не знаю. Ты боишься? Да я не то чтобы боюсь, я же тебе объясняю. Да сейчас говорю, пойдем, ну. Давай, время, вот я засекаю, давай. Ну минут 10, я думаю, и все. Включай таймер. Хорошо. Хочешь, ляг, я не знаю, покайфуй. Только не уйти! Прикинь, она свалит сейчас. Она уходит в ту сторону. Да нет, она по-любому должна это сделать. Меня сейчас будут хейтить и говорить, что я грубый и так далее, и так далее. Ну а что поделать? Что поделать? О, давай я тоже за голову возьмусь и вместе будем так ходить. 8 минут. У тебя 2 минуты. Что она делает? Я больше не иду. А знаешь, как зовут дрифтера? Игорь. Нет. Да? Нет. Да. Да. А дрифтера знаешь, как зовут? Как? Ну, не знаешь?
Не. Игорь. Где мы? А ты еще ничего не видишь, да? Ну что? Мне сейчас самой страшно стало, я клянусь. Ё-моё, где он стоит? А что, что стою, что? Тебя ждет вот эта вышка. Что ты смотришь? Мне сейчас что, надо прыгать? Нет, прыгать! А ты серьезно говоришь? Нет, я шучу, Артём. А зачем я тебя сюда везла 3 часа? Все, нормально все будет, там секунда. Чего молчишь? Бля, у меня ноги дрожат, блядь. Че так смотришь? Да там секунда, я тебе... Это очень страшно. Ребят, клянусь, это очень страшно. Посмотри. Нет, ты сейчас сам оцени, пожалуйста. Я же сейчас просто не с воздуха это беру. Ну, не, жестко. Посмотри просто. Ёлки-палки, вы понимаете, туда сейчас надо... Ты понимаешь, тебя сейчас привяжут и просто вот так турнут. В никуда, в неизвестность. А бассейн там зачем стоит? Какой бассейн? Вот. Еще нам порвёт, что тебя в бассейн упарсили. Пойдем, ну, что ты, подожди, что он говорил? Вот вставь то, что он говорил в начале. Пойдем, нам надо зайти к людям. Да стой, ну что ты делаешь? Куда она выходит? Иди сюда. Ну, пожалуйста, ну. Ну, иди сюда, ну. Да ну, пожалуйста, иди сюда, куда ты уходишь? Ты же сказала 10 минут, ну вот, они прошли, ну. 10 минут прошли, все, вот. Все, я не боюсь. Все, хорошо. Да я тебя ничего, просто пойдем. Сейчас сядешь, все, хорошо. Сейчас. Все. К Игорю. Все, я... А ты знал Игоря? Знаешь Игоря? Кто это? Мой брат. Мы с ним в садике учились. Я чем ближе к этой машине, тем мне хуже просто. Приговор страшнее наказания, понимаете? Нет, самое не понимаю. Самое страшное туда зайти. Какой звук! Какой звук хороший! Я этот дрифт шатал! Все, давай, последнее слово перед... Последнее слово? Да. Перед приговором я бы сказала, знаешь как? Как? Как Гагарин. Как Гагарин. Поехали? А, полетели? По-моему, поехали, он сказал. А, ну он сказал, поехали, да. Подожди. Не очень. Все! Он туда ехал? Гагарин не говорит так. Латы, да? Оформляем! Оформляем! Если у себя что-то в момент по твоим показаниям находишь, обязательно говоришь. При проблемах сердечно-сосудистой, я боюсь. Последняя стадия гипертоническая. Извините, но нету. Беременность на любом сроке. Это имеется. Он поставил свою подпись. Так, из кармашка все вытаскиваем. А то, что я боюсь ничего, да? А? То, что боюсь ничего, да? То, что это ничего страшного. Я же говорил, я не боюсь. Если у нас в туалет, то кабинки вон там. То есть я вчера просто был на аттракционах, было нормально, а тут нет, да? Это будет хуже? Давай так, все здесь ты осознанно приезжаешь, чтобы выйти на край и с него прыгнуть самостоятельно. Ну, ты вышел на край и сам принимаешь для себя решение. Прыгать или не прыгать? Какой ты, не такой радостный, как ты. Если ты не... Ну, вдруг что-то случится, еще лучше. Может быть, не стоит. Поставь ноги на ширине плеч. Смотри, свободное падение ровно 1.5 секунды. Полторы секунды. Раз. Вот все. Раз и все. Раз и все. Хорошо. Давай по-честному, это страшно. Зона нереальные крутые эмоции, которые очень сложно с чем-то сравнить. А бывали какие-то случаи несчастные? Несчастных нет. Нет? Я буду первой.
Почему? Не знаю, мне страшно. Я вам говорю, сейчас в машине, по-моему, будет вонять не только от шин. Ламбо, ламбо, итальяно, пичку, тони, спачки, мне алькантару, тупай, мо, возьми себе, что надо. Давай, делайте так, чтобы она чуть-чуть хотя бы заплакала. Эй, ламбо, ламбо, итальяно, пичку, тони, спачки, мне алькантару, тупай, мо, возьми себе, что надо. Пожалуйста, не хейте меня в комментариях, я просто все для вас делаю, чтобы было хотя бы смешно и круто. На три корпуса ушел от твоего Порша. Сделай стейдж, сделай выход, не позорься. Это Биркин, это Биркин. Я скупаюсь, но ты в море, пока плаешь, но не в сердце. А вот эта палайта, чего она просто круги наматывает? А почему камера у тебя? Я забрал. Зачем? Я телефон отдал. Чтобы если вдруг что-то случилось, чего она мне набрала. На свой. Не знаю, что мне сказать, потому что я думал, я не буду бояться, но по ходу дела я сильно очкую. Ну в целом, вот по ощущениям ты приехал, посмотрел. Да я понял, у меня все в тумане, я не могу ничего сказать. Я вот просто, я не знаю. Я у меня как будто бы, я не знаю. Еще они там рассказывают эти вот истории всякие, это неописуемо. Вот он сейчас прыгнет, спустится, если ты у него спросишь, но как оно, опиши. Он тебе скажет много эпитетов, попробует подобрать слова, а по итогу останется только одно. Иди и сделай. Как неописуемо, посмотрите на это. 13 этаж. А что, если я не прыгну, то что? Ну ты себя уничтожишь потом, ты будешь ехать обратно с мыслью о том, что ты, по крайней мере, перед собой не оправдал никаких надежд. Чего делать, я не знаю. Сейчас я, может, залезу, посмотрю, не так будет, сыкотно будет. Ты думаешь, это так работает? Мне кажется, я наоборот. Я не знаю, ну просто посмотри на эту вышку. Еще тут такая аура, не знаю. Вот у меня нога болит, можешь сказать, что у меня нога болит, не прыгнет? Они еще такие веселые, готовятся. Ну как ты? Пока нормально. Пока? Ты понимаешь, что, отсюда пока что ты, ну, еще более-менее тебе кажется, что все окей. Когда ты туда попадаешь, я уже буду для тебя вот такая. Эй, ты мне сейчас нормально делаешь, что ли? Да мне нечего добавить. Мне нечего просто говорить. Видите его лицо просто. Артём, я тебе говорю, там ничего страшного нету. Да короче, ты уже много говоришь. Что? Давай залазь сюда. Я первый? Да. Нет, первый, вообще ты второй. Мы поднимаемся. Все, вот эту штуку ни в коем случае не трогаешь. Тебе инструктор, тебе ее сам наверху выстегнет и пристегнет тебя на другую страховку. Все. С Богом. Фенди, Гуччи, Луи, Ив Сен, Шанель, Прада, Прада. Эй, ламбо, ламбо, итальяно, пичку, помни, спачкай мне алькантару, тупай, бо, возьми себе, что надо. Биркин, Фенди, Гуччи, Луи, Ив Сен, Шанель, Прада. Молодцы, парни дрифт. Обожаю, люблю парни дрифт, давай! Давайте, давайте, молодцы, молодцы! Батега, батега, золотой тяги, сустрадовишься, очень по харту пошли, они сейчас так газуют. Вот они, вот они. Мне очень интересно, что она после этого не скажет. Я думаю, хватит. Жалко ее реально. Мадина уже плачет. Вот этого я и хотел. Я этого хотел, я этого ожидал. Как тебе? Ты вот своё лицо, оно сюда погнулось.
Я же этот, бейнджампер. Как? Бейнджампер. По-моему, это не так называется. Я знаю. Отсюда могу прыгнуть. В бассейн, брат. Он когда ехал, и уже когда подъезжал, я смотрю, у него глаза по 5 копеек. А до того, как он ехал, он сказал, я в этой жизни ничего не боюсь. Цель, я же заднюю не включал, все, едем. Вот так же. Нормально, Тём? Нет. Ну, в смысле, есть вероятность того, что он рухнет? Вероятность того, что он сорвется, нет, ее никакой нет. Во-первых, там 2 узла, даже 3 на веревке, и, соответственно, даже если вдруг неожиданно что-то случается, и один узел, допустим, лопнул, рвется, да, что-то, у него в любом случае есть 2-й узел. Господи, мы встречаемся с Артем уже 3 года, и прикиньте, вот сейчас он прыгает, у него вот эта вот фигня ломается, он вот сюда падает, и у него из кармана кольцо просто вылетает, которому мне хотел предложение сделать. Зачем я тогда ждала столько лет? Зачем у тебя это в голове вообще сейчас? Артём! А, да? Ладно. Не ори, говори. Я думаю, это важный момент. Иди в жопу. Иди в жопу. Почему? Я что сделал? Это что вообще? Это что было? А своим лицом что? Уже вопрос. Короче, в моменте мы заезжаем вот так. Блин. Я лечу еще вот этот вот дым мне вот в лицо. Я просто на него смотрю, он такой довольный. Он такой... Она рассказывает про то, что водитель довольный. Но он такой же довольный, как и я. Все получилось. Ты не очень довольна. Я не знаю, как здесь быть довольным, честно. Нет, нет, это прикольно, да. Но когда ты боишься скорости, я-то понимаю, что, скорее всего, мы не врежемся друг в друга. Но тебя не отпускает тот момент, что сейчас может что-то произойти, и мы на этой скорости в кювет улетаем. В кювет. Короче... Иди в жопу. Короче, может, еще один круг? Ты больной? Еще один круг давай. Сам эти круги делай. Как дела? Нормально, ничего, пока что нормально. Ну, я чудо тоже нет-нет, сикотно. Это 6 метров. Мы ровно на половине. Почему там написано welcome? Короче, я ничего не могу сказать. Я потому что хрен знает. Что тут, как, я не знаю вообще. Сейчас я тебе все расскажу. Ужас. Я не представляю, честно, вот, как вы говорили, вот первый раз свой, вот вы даже не, я даже не представляю, каково это смотреть оттуда сюда и думать, что просто сейчас вот так надо выйти. Короче. Мне нечего добавлять просто, вы понимаете? Если ты готов, у меня все готово, ты можешь перелезать. Ага. Ты вот тоже переживаешь? Я? Угу. Ну я немножко переживаю, чтобы он мне обратно не полез. Деньги уже плачены уже. У меня голова крутится, ничего? Успокойся, вздохни, и все хорошо. А, или это просто шатает? Перелази. О, господи. А, вот, смотрите. Ему показать, что нужно вот так. Ёлки-палки. Он до сих пор проходит инструктаж. Значит, он еще не спускается вниз по лестнице. Блин, я боюсь. Все хорошо. Мне в целом вообще ничего не страшно. Что бы оно там ни было. Я смотрю. Никого не могу. Не обращаю. Спину? Да блин, это очень стрёмно. Сделай. Ну я вообще в целом, да, мне вообще все равно, что это может быть. Вот и всё. Спокойно. Всё хорошо. Ты готов? Нет. В целом я же заднюю не включал, все, едем. Вот так же. Подождите, а как я падаю?
То есть мне не туда не наклонять голову, просто нет, прямо, да? Да. Я не могу сосредоточиться, господи. Ну это же я упаду сразу. А со мной ничего не может случиться? Ничего. Там сердце остановится, вот это все. Точно? А глаза нельзя закрывать? Орать же можно, да, в целом? Я же говорил, я не буду. Готовы? Я боюсь. Отсчет. 5, 4, рейс, сет, Господи, как это прикольно! Офигеть! Офигеть! Я не думал, что это так прикольно! А я боялся! А я боялся! Офигеть! Офигеть! Блин, как это прикольно! Офигеть! У меня получилось, ребят, это заслуживает лайка. Я не знаю, это заслуживает по-любому лайка и подписки. Пожалуйста, вы видели, на чего меня подписало и что я только что сделал, друзья. Это все ради вас. Блять, больно. Очень больно, братья. Сейчас спустишься, станет полегче. Ну, это, по-моему, очевидно. Посмотрите на меня, я как пингвин. Теперь просто идем как пингвин вперед. Ай! Подсоберись чуть-чуть. Все нормально. Все, тормозим. Тебе понравилось? Да, это очень круто. Капец, у меня в моменте, когда он прыгнул, клянусь вам, у меня так закружилась голова. Честно, клянусь, я думала, ты сейчас вернешься. Тут сколько, надо это, сколько тут метров? Ну, 2-3? 37. Ладно. Может, кто-то из вас прыгал, но я прям с самого начала реально я боялся. Но потом, когда просто сделал шаг, это все. Это очень прикольно. Как ты этот шаг сделал, несчастный, а? Ёлки-палки. Я думал, если я сейчас обратно. А когда они делали? А когда они делали шаги, родной? В целом. Я говорил, я сделаю. Ну я когда мы ехали сюда, ну я что сказал? Когда она говорила, ты не сделаешь, ты будешь бояться, ты мне еще говорил слово пацана, дай. Да, дал же. Дал же. Дал же. Вы когда прыгали, боялись? Да. А я нет. Ну, в целом вон там собака, я могу с ней прыгнуть, если надо. Что, есть такое задание? Давай выполним еще. Что ты сейчас сделал просто? А что сделал? Просто поднялся 2 метра, прыгнул. Что там такое? Мы когда ехали? Вставь его страшное лицо, где он обосрался. Вообще боятся, да, у вас люди прыгать? Боятся, да? Ну, конечно, боятся. Но хочу сказать, очень много людей прыгают молча. Ну, вы видели, да, как я делал? У меня был момент, я мог и молчать, и говорить. Я еще хотел запеть, но думаю, ладно, уже, ну, если бы я это сделал, понимаете, да, чтобы это было? То есть я бы все рекорды побил. А тут просто и поорал, помолчал, и все. Еще порадовался. Конечно, что там такого? Я тебе говорил, когда сюда ехали, я говорил, не боюсь. Вот здесь я стоял, просто прикидывался, что я очкую, и все. Ты же видел, брат, что я не боялся? Конечно, брат. Вот смотри, пропоказываю. Все, братик. То же самое? То же самое. Все, а как вас зовут? Ира. Очень приятно вас. Вася. Меня Артем зовут. Ира, можете, пожалуйста, подтвердить то, что я на высоте не боялся? Вы мне сказали ready, steady, go, или как там было? Да. Я говорю, давайте без этого, я просто сразу прыгну. Он же так говорил, вот так четкий крутил и вышел оттуда. Да, я просто, ну, я поднялся и говорю, ну, нужно тебе. Да все, ладно, завязываю. Правильно. На камере есть, увидите. Я очковал. Вот просто стоишь, раз в моменте вот так вот смотришь, и такой, блин! Слышишь, а может ты прыгнешь? Не, зачем? С
спроси, зачем? Давай ты тоже прыгнешь. Я зачем должна прыгать? Я тебя сюда привезла. Ну давай ты тоже как раз заодно. Я тут при чем вообще? Это мое свидание тебе. Я думаю, это очень круто получится, согласись? 100%. Давай приколимся, тоже прыгнем. Ну прикольно же будет. Давай, пойдем. Я тебе отвечаю, я сейчас заплачу, тоже прыгни. Пойдем, ты же говорила. Отвечай, я сейчас заплачу, пойдем. Да я хоть 10 раз оплачу, я туда не хочу идти. Пойдем! Ты не норм? Я норм. 37 метров преодоление. Мать учения. Пойдем! Я никуда, говорю, не иду! Ты что у меня на что ты меня сейчас подписываешь? Ты очкунша? Пойдем! Да пойдем! Я тебя не заставляю, но пойдем. Это будет прикольно, реально. Пойдем. Он вообще не заставляет. Пойдем. Добровольно. Я тебе говорю, я не хочу туда идти. Да они вон люди, посмотри. Стыдно, пойдем просто вон. Куда он меня везет? Смотри. Артем, я не прыгаю. Мы уже дошли. Пойдем, зайдем туда, определимся. Хорошо, зайдем туда, определимся. Зайдем туда, определимся. Пойдем. В смысле, зачем мне туда заходить? Я уже определилась. Просто с ними поговорим, все, идем. Пойдем. Зачем?